И 12 ноября исполняется 80 лет епископу Украинской Православной Церкви на покое Василию Златолинскому, который с 92 по 2009 год был архиепископом Запорожским и Мелитопольским. За годы своей деятельности архиепископ возродил Запорожскую епархию. По его инициативе были возведены десятки храмов. В постсоветский период он смог объединить людей на добрые дела. Архиепископ Василий награжден многими наградами, среди которых орден князя Владимира и государственный орден за заслуги второй степени.